Здравствуйте, наш канал Дималина. И я И мы сегодня будем лепить вот такие фигурки из пластилина. Это Ганоген. Сегодня мы лепим пластилином. Вот это гамбургер, вот это курица, вот это рыба, а вот это яйцо, яичница, то есть. И мы сегодня будем лепить это все заново. Покажем, как это будем лепить. Так, расскажи нам, как мы будем делать нашу яичницу. Надо из белого пластилина, вот такого куска, надо скатать шарик, но сначала разбить. А теперь сделать кружочек. Вот такой у нас получился шарик. Вот такой шарик. Надо теперь начнем с желтого желтка. Вот такого размера. Теперь мы должны его скатать. Вот так. Можно тремя пальчиками, можно двумя. Ну, удобнее двумя. Теперь нужно приплющить этот шарик. Я вам говорила уже. И нужно его вот так приплющить. Вот так. Угу. Вот такой у нас получился шарик. А теперь что мы делаем? А теперь мы приплющим к другому. Нужно приплющить сюда. И получилась у нас вот такая яичница. Ух ты! А у тебя было... Ты в прошлый раз делала яичницу с луком, да? Да. Сейчас я дам тебе кусочек пластилина. Давай, скажи. Нам нужно разделить на маленькие кусочки. Вот такого размера. Зеленый пластилин, да? Ага. Темно-зеленого пластилина, будто это лук. Теперь надо нам скатать их вот в колбаски. Совсем маленькие-маленькие колбаски. Маленькие-маленькие колбаски, вот такие. Угу. Худенькие. Теперь надо еще один скатать. Угу. И еще. Теперь еще один скатать. Вот так. Вот так. И последнее это вот это. У нас получилось настоящее яичница. Да, давай, наверное, теперь. Смотрите, как положим. Положим, наверное, пластилин на. А ну, разложи, Ангелиша. Разложить. Мы оно соединилось у нас, но ничего. На яичницу. Как будто настоящий лук. Это как настоящая яичница. Прям таки. Похоже? Очень даже похоже. Спасибо за внимание. Ну, видео кончается. На следующем видео мы покажем вам другую, как делать эту курицу. Угу. Пока смотрите наш канал. Пока смотрите наш канал. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк на Дималина.